День освобождения Брянщины! Собрали в кулак 100 ветров и погнали на запад с позором, и погнали на запад с позором, иноземных заклятых врагов, иноземных заклятых врагов. Бараноя, осколки и пули, треугольники вдов на ветру. Мы в сожженные села вернулись, мы в сожженные села вернулись, что врагу не оставит залу, что врагу не оставит залу. Колыбельную Брянщину возвратили обратно мы с побратимами, братьями от Карпат до Курил. В дни досыпи и голоде, и в земляночном холоде вверх пошла наша молодость меж руины могил. Вверх пошла наша молодость изо всех наших сил. Пролетело 2/3 столетия, перетело границ и затей. В интернетные новые сети, в интернетные новые сети. Новый век загоняет людей, новый век загоняет людей. Но плывет половодьем по улицам вековечное чудо-любовь. И я верю, все лучшее сбудется, и я верю, все лучшее сбудется. От улыбок моих земляков, от улыбок моих земляков. Колыбельную Брянщину возвратили обратно мы с побратимами, братьями от Карпат до Курил. Дни до степи и голоде, и в земляночном холоде вверх пошла наша молодость меж руин и могил. Вверх пошла наша молодость изо всех наших сил. Партизанская Брянщина в сентябре снова празднует героизм и бесстрашие ветеранов войны. Фотографии каждого жизнь победе отдавшего на параде за старшими пронесут пацаны. На параде за старшими пронесут пацаны. Спасибо, дорогие друзья, аплодисменты прекрасному коллективу и, конечно же, маэстро Эдуарду Амбрусумянову, заслуженному артисту России. Спасибо!